О боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Шансы есть у всех, то есть, ну, главное желание, то есть, ну, если ты хочешь быть моей женщиной, там, ну, типа, нет, как сказать, если чего-то хочет человек, он обязательно это получит, несмотря ни на что, ни на какие-то преграды и сложности в жизни. Вот, поэтому у каждой девочки из чата, да, есть шанс стать моей, пожалуйста. До свидания. Варечка, ты не стесняйся, напиши мне. Да. A few moments later. Какие таблетки для потенции посоветуешь? Шо? Да Серега звонил. Серега, они говорят, все лучше, как, ну, он же борозды сейчас там нарезает в огороде. Спрашивал, какие ширины колеса на мотоблок, чтобы лучше проходил по земле. А? Ладно, ребята, пришел Раля. После рокера. Нужно облизать ей вареник после рокера. Кукол. Уйди, Ралинку, ублажай. Раля пришла. Ладно, ребята, Раля пришла. Ладно, ребята, Раля пришла. Раля. Кто? Каблук. Кто? Каблук. Это? Каблук. 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 Оказалось, ты не хува под каблучком плотненько сидишь. Кто, кто? Секель шлифуешь по приказу. Кто? Мы с чатом ВС заметили. Когда? Теперь не отмоешь свой язычок, как когда, молочницы. Когда? 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 Не, подожди, когда? А когда? Чё ты? Чё? А чё такое? Чё я опять не то сделал, чел? Когда? Какой каблук? Когда? Ну что получил по шее от Джоны? Не понимаю, кому ты несешь херню всякую про девушек и что ты в активном поиске. Ты не думаешь, что твоей жене обидно такое и слышать от тебя? Стримя херню не неси, дебил. Они то пену какую-то видят, то еще, сука, каблук какой-то у них чмо. Там. Это я твоя жена Раля. Выходи из гаража. Ты там закрылся, но знай, будет хуже. Я тебя отстропаню вместе с рокером. Под каблучком будешь у меня всю жизнь. Вылазь из гаража. Мой вареник ждет твой язык. Все прекрасно знают, что я мужчина серьезный. Деду, адекватные зябли все понимают, но объясни этой ебанутой, что нельзя так врываться, когда у деда патока. Люблю тебя. Да куда кто врывался? Когда? Где-то у меня компер запустился. Терпи. Зависание процессора. Каблуку. Терпи, у меня процессор завис. Это у меня на звонке стоит эта музыка. Баба, бля. Это из этого видео с ТикТока, это папа. Это с ТикТока аудио, дебил. Давай. Это с ТикТока прикол. Это звонок телефона, как Nokia раньше была. Только это прикол с ТикТока. Давай. Ну, это с ТикТока, еще не помню прикол. Ну, внимательно, телефон звонит. Привет, пожалуйста, твои жирные дела. Позвони, пожалуйста, моей училке и скажи, что ты дед студента, который хочет ей присунуть. Это эффект неожиданности. Телефон, когда звонит, страх приходит.